Ну все, пошли. Дернется, снеси ему башку. Вы хоть понимаете, чьи это деньги? Заткнись! Нет! Ты застрелил его! Зачем ты это сделал? У нас Chevrolet пикап на Олдфин Роуд. В нем два трупа. Что это было? Мы взяли деньги! Да клоуни на них! Мы убили двоих! Трей! Двое мужчин зашли и вышли. Что думаешь? Речь пойдет о таблетках, о деньгах и о рецептах. Ты должен понимать, что стоит на кону. Она моя племянница, и я понимаю, что на кону. Что нарыл? Там целая империя, Боди. Говорят, фирма бандитская. С кем мы имеем дело? С местными ребятами. Я с ними быстро разберусь. Я найду украденное. Привет, Шелби. Мы можем все уладить. Поэтому я и приехал. Мы следим за твоей семьей. Они к этому не причастны. Еще как. Здрасте, шериф. Шелби. Кажется, я вас не знаю. Все нормально? Не хочешь ничего сказать? Это не твой мир. Ты в нем ничего не контролируешь. Мне и так тошно. Черт! Сам напросился. Мы все скользим к краю. Но насколько комфортно, это уже зависит от нас. Земля мафии.